После микроинфаркта с двумя стентами Петросян под капельницей напугал поклонников. Недавно российский юморист Евгений Петросян переболел новым типом коронавируса вместе со всей своей семьей. На днях сатирик вновь напугал поклонников тревожным известием. Народный артист Евгений Петросян опубликовал в своем Instagram новое фото, на котором предстал на больничной койке под капельницей, чем немало напугал подписчиков. Фанаты наперебой стали желать ему выздоровления и постарались выяснить подробности его лечения. Однако из текста публикации все стало ясно. Евгений Петросян лег в стационар планово в целях укрепления сосудов. Как известно, после коронавируса могут быть отдаленные последствия. Петросян держит руку на пульсе. Каждый год, а желательно дважды в год, я укрепляю сосуды капельницами. И делаю это уже много лет, написал Евгений Петросян в своем Instagram. Один из подписчиков поддержал любимого артиста и рассказал свою историю болезни и поддержки организма после перенесенного недуга. Здоровья вам и вашим близким. Хорошее дело. Я вот тоже хочу, да никак нет времени. Сам после микроинфаркта с двумя стентами. Таблетки пью, но ничего, держусь. Поддержал юмориста подписчик.